Приветствую. Раз вы смогли как-то попасть сюда, значит, вам очень повезло. С вами Дмитрий Горн. Обо мне вы узнаете далее на сайте. А сейчас я поделюсь с вами своим способом заработка в интернете и расскажу, как заработать денег. Итак, поехали. Да, это именно то, о чем вы много раз слышали, но точно не видели. Автоматическая утилита по заработку денег. И сейчас вы увидите, как все завязано на одной кнопке, без всяких кодов и обновлений страниц. Что нужно делать? Это скачать программу, зарегистрироваться и нажать кнопку «Начать синхронизацию». Итак, как вы видите, на балансе сейчас 0. Я специально закрыл утилиту сразу после последнего вывода денег для записи этого видео. Теперь она открыта заново. Что нужно сделать? Нужно нажать кнопку «Начать синхронизацию». Все, деньги пошли. Эти деньги на сегодняшний день начисляются в среднем по 200-400 рублей в час. Но эта цифра не постоянна. Как в любой финансовой сфере, бывают небольшие просадки и подъемы дохода из-за различных факторов, но мы никак на это повлиять не можем. Но нас это волновать и не должно, так как в итоге за сутки обычно меньше 3000 не бывает. И самое главное, чем чаще утилита запускается, тем больше она зарабатывает. Деньги можно вывести любым доступным способом. Лично мне удобнее выводить на WebMoney и Сбербанк карту. Сейчас утро, давайте остановлю запись и посмотрим, сколько сегодня утилита заработает за день. Приветствую еще раз, уже вечер. Как мы видим, на счету уже почти 4000 набежало. Давайте выведу их на WebMoney. Можно выводить и другими удобными способами, на карту, например. Так, все, осуществляется перевод. Я сейчас не буду закрывать утилиту и оставлю ее работать до конца недели. Сегодня у нас воскресенье. Увидимся в конце недели. Здравствуйте. Сегодня пятница. Прошло уже 5 дней, и я заработал 34 тысячи рублей. При этом к компьютеру я почти не подходил. Приятно. Идем снимать. Так, я вернулся. Снял заработанные с воскресенья деньги. Вот тут 34 тысячи. Вот еще 65. Все вместе я заработал за 2 недели. Суммы хорошие, главное, что их будет все больше. Я вернулся домой. Хочу сказать сразу, что отдам несколько утилит бесплатно. Каждый прикреплен уникальный код. Его активация и страховка от мошенников будет стоить 490 рублей. Для вашего удобства в приложенном видео я расскажу вам, как зарегистрироваться и что сделать. Принцип работы денежного фиксатора я вам объяснил. И если вдруг будут вопросы, пишите, звоните, буду рад вам помочь.